о чем-то говорит. Не знаю. Он собрался домой уже, потому что ты Никита. Понятно. Ну, я не знаю, я слышала, что будет отбор на мюзикл. Вот, мне стало очень интересно. Я прошла отбор. Вот, мне дали главную роль. А как ты отбор проходила? Что она себе представляла? Я исполняла песню, танец и читала стихотворение. Какое? О, не помню. Вот из этих эскизов, которые лежат, посмотри там, ты узнаешь, какой из них твой? Да. Какой? Вот этот вот, только тени другие. Вот эта половина с веснушками и тени только другие. У меня коричневые сейчас. Я думаю, что все пройдет хорошо. Вот. Ну, я немножко нервничаю, переживаю. Вот. Но думаю, что все получится. Какой раз по счету ты уже будешь выходить на сцену в этом спектакле? С мюзиклом первый раз. Это премьера. Да, это премьера. У тебя есть какая-то любимая сцена в спектакле? Есть. Какая? Когда маленькую бабу-ягу наказывают, это вообще почти предпоследняя сцена, вот, ее поднимают вот так на руки все ведьмы, и она лежит на руках. Вот, мне очень нравится. А что тебе в этой сцене больше нравится? То, что тебя носят на руках? Да, то, что я лежу, там много рук, и я лежу так на руках, меня носят. Вот. То есть это то, о чем ты мечтаешь, что тебя в жизни носили на руках? Да. Так, вот первый на лице, второй. Вот, вот. Все на животе. Вот так, да. Пластырем все обмотали. Ох, как я потом его отдирать буду. Ну, сначала перед выступлением чуть-чуть волнуюсь. Потом выхожу на сцену, минут 5 проходит, и все, уже волнение уходит, и ты включаешься в роль. Я не готова к чему, я не знаю. Я готова, все получится. Я справлюсь. А что, бывали случаи, когда... Нет, случаев не было, но все в жизни случается, все может быть. А как ты обычно с волнением, волнение преодолеваешь? Ну, я собираю себя силами и говорю себе, что если я буду волноваться, то у меня будет дрожать голос, дрожать руки, и получится плохо. Вот. И тогда волнение уходит. Но все равно волнение чуть-чуть есть, когда на сцену выходишь. Но вот когда 5 минут проходит, оно исчезает уже. Ты привыкаешь к сцене, ко всему. Рапапумпель? Да. Рампумпель. Тетка Бабы-Яги. Злая? Очень. Ну, на вид она так в жизни добрая. Или это ошибочно? Ошибочно. Ну, грим как-то влияет на характер? То есть, когда тебе делают такой злой грим, ты становишься злее? Возможно. Скорее всего, да. Как-то ощущается больше видно. Когда ты играешь, ты чувствуешь, что это ты или все-таки это не ты? Что я, ну, что это другой персонаж, и ты такая ведьма озорная, и вот, и совсем другой характер даже появляется, вот.
Ну, что-то общее с твоим персонажем у тебя есть? Даже не знаю, наверное, да. И что это? Я Нигер! Ну, то, что когда маленькая Баба-Яга, она когда злится, у нее такие эмоции похожие, когда я тоже злюсь. Можешь показать, как это? Ну, к примеру, сцены есть. Я злюсь, что сегодня Вальпургиева ночь! Самый большой праздник! Сегодня все ведьмы соберутся на горе Блоксберг и будут там танцевать до утра. А еще злей можешь позлиться? Не знаю, наверное. Кристина очень милая, хорошая девочка. Мы с ней очень хорошо общаемся. Нет, в жизни мне не приходится ей управлять, ее ругать, наказывать. Нет, в жизни по-другому. Ну, с ней приятно тебе было работать? С Кристиной очень приятно, да, потому что мы понимаем друг друга. Во многих сценах мы с ней вдвоем, и взаимосвязь уже получается. И на сцене в определенных моментах ты вживаешься в роль. Вот, и мы с Кристиной помогаем друг другу. И, конечно, вначале было тяжело, вначале было очень сильное волнение, паника, что что-то не получится. Потом помогали нам, нам говорили, что все у нас получится. Ну, опыта мы набирались, ходили на занятия каждый день с утра до вечера, торчали на репетициях, уставали. Все раздражало, но мы собирались с мыслями, с силами, и все получалось. И сейчас мы выложимся на все сто, и у нас все получится. А бывали такие случаи, когда публика не очень принимала или не понимала? Бывали, да, бывали. И как ты с этим справлялась? Пыталась делать так, чтобы им понравилось. Пыталась еще больше работать над собой. Вот. И тогда уже все получалось. А тебе на какую больше аудиторию нравится играть? Для детей или для взрослых? Для детей, наверное. Дети воспринимают более так. Хорошо, они там и аплодируют, и кричат, и чего только не делают. Ну и какие у тебя планы на будущее? Хочу стать либо актрисой, либо певицей. Но тебя не пугают сложности этой профессии? Нет. То есть ты даже готова преодолеть все трудности? Вот, например, Гурченко 15 лет там сидела без съемок, без главных ролей. Ну да. Ну чтобы потом добиться, да. Да, ну что, пожелаем тебе удачи. Спасибо большое. Ну, Бабой-Ягой лучше быть, чем просто нормальной там девушкой. Ну, это необычно, это интересно, и это, ну, ведьмой нужно становиться. Ты в повседневной жизни обычный человек. Если ты играешь обычного человека, то это неинтересно. А если ты играешь другого персонажа, ну, например, ведьма, ты много чего нового узнаешь, ты вживаешься в роль, в другую. И, конечно, это гораздо интереснее, нежели ты играешь самого себя. Ты себя ощущаешь ведьмой? Да. Особенно, когда на сцену выхожу, там вообще включается настоящая Баба-Яга. Кристина, да? Ну, ты не боялась играть эту Бабу-Ягу? Чуть-чуть боялась, переживала. Роль ведьмы сказывается на повседневных поступках? Если ты начинаешь поступать как настоящая ведьма в жизни? Нет, как настоящая ведьма я не поступаю, но какие-то... Что-то, какие-то черты характера все равно они закладываются в тебя, потому что ты на репетициях с утра до вечера живешь в этой роли, и что-то в тебе меняется. Ну, характер у человека вообще тяжело поменять, но что-то, какие-то частицы тебя, ну, что-то меняется все-таки. Ну, значит, можно сказать, что на одну ведьму стало больше. Можно и так сказать. Ты с двумя обычно играешь, не одну? Какая тебе больше нравится? Почему? Она стоять умеет.
А ты как, покажи. Каким образом она стоит? Абракадабра. То есть ты уже научилась колдовать? Это волшебство, да. Ну все, приятного полета. Спасибо. Полетели.